Лето – это пора, когда управляющие компании ведут работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. У муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства на обслуживании находится 89 многоквартирных домов Пущино. Работы по их подготовке к отопительному сезону начались чуть позже, чем было намечено. Пришлось план по подготовке к зиме скорректировать в связи с тем, что у нас предыдущая подрядная организация не выполнила всех необходимых обязательств по подготовке домов, передвинуть сроки по подготовке на август месяц. МУП ЖКХ заключила контракт с новой подрядной организацией. Она в настоящее время и занимается подготовкой многоквартирных домов к отопительному сезону. Работы проводятся из средств, которые заложены в платежном документе в тарифе «Содержание и ремонт жилого помещения». Это работы по промывке фильтров, грязевиков. Это устройства, которые стоят на вводе в многоквартирные дома. Это восстановление тепловой изоляции, это ревизия запорно-регулирующей арматуры при выявлении неисправной, это, соответственно, замена, это замена вышедших за межповерочный интервал первичных контрольно-измерительных приборов, это манометры, термометры, соответственно, это проверка общедомовых приборов учета. Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда обязывают управляющую организацию провести достаточно большой объем работ при подготовке дома к зиме. Их качество проверяют специалисты нескольких инстанций, а также непосредственно жильцы многоквартирного дома. Мы по договору обязаны осуществлять контроль как заказчик. Соответственно, это силами сотрудников нашей организации. Плюс это представители администрации, так как в целом за подготовку города к отопительному сезону отвечает администрация. Это ресурсоснабжающая организация. Независимую проверку проводят также сотрудники госжилинспекции совместно с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов. При осмотрах особое внимание уделяется состоянию так называемого теплового контура. Все двери и окна должны плотно закрываться, стекла быть целыми. Недопустимы протечки инженерного оборудования. На трубах отопления и горячего водоснабжения обязана присутствовать теплоизоляция. Следят специалисты и за исправностью электрооборудования. Проверяется также состояние кровли, фасадов, цоколей, отмостков. По словам руководителя МУП ЖКХ, на данный момент работы по подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду находятся в заключительной стадии. У нас было там небольшое отставание, мы с ним справились. Просто сейчас как бы физически работы выполнены. Сейчас оформляется, идет оформление документации. Как только документы будут готовы, соответственно, они будут выгружены все в систему АСГЖИ. У нас на данный момент выгружено из 89 85 паспортов готовности. По словам Романа Рязанцева, все многоквартирные дома находились в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время, после завершения работ и проверки их качества, дома под управлением организации будут полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Анна Лихачева, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.